На территории Нижнесергинского муниципального района продолжают выполняться задачи группировки РЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая сложилась здесь 4 дня назад. Общими усилиями волонтеров, студентов, сотрудников МЧС, профессиональных спасателей, местных органов власти оказывается вся необходимая помощь местному населению. Психологами Центра экстренной психологической помощи и Главного управления оказывается вся необходимая поддержка людям, которые попали в сложную ситуацию. На сегодняшний день весь план работы выполняется в плановом порядке, проблемных вопросов нет. Все планируемые работы завершим в установленные сроки. Thank you.